Всем привет, друзья. И вот, как всегда, драйвер 51 с вами, Злой Слон. Всем привет. Поедем мы на машинке Урал 43-20-30. Как бы будем дорабатывать ее. Поедем на равнинах. Сейчас так пробный заезд. Чисто так после отпуска. Войти в струю. Так, посмотреть сразу. Так, все. Да, считай, месяц отдыхал. Да. Тяжело будет влиться. Так, колесины надо какие-нибудь красивые поставить. Он возит эти? Он возит, но лучше их не скидывать, то есть сразу довозить. Так, ты на чем поедешь? С каким кузовом, в смысле, я имею в виду? Нам надо сейчас гараж еще один открыть. А, о. Да. Давай тогда я одеваю вахту. Вот. Или не вахт, а ты утилити можешь. Или давай я утилити ставлю. Вот такая. У тебя 4 очка там будет. Опа. А, 2. А, давай я утилити поставлю. Я уже поставил. Ты тогда ставь вахту. Давай я вахту поставлю. А тебя нету, тебе надо выехать, а то у меня тень, я тебя не вижу. Ты стоишь во второй машине, ну. О. Ну тоже, у тебя тоже 2 очка получается, да? Да, 2 очка. Ну все, поехали тогда. Колеса там выбери себе красивые какие-нибудь. Ой, блин, Паша, мне надо звук. А я сейчас могу звук потише сделать в игре-то? Конечно, настройки зайди. А, точно, ё. Ёшкин кот, вот видишь. Там. Все, видишь, как подзабыл-то вообще просто. Так, скрины надо галочку убрать-то. Детализация пусть такая остается. Все, применить, продолжить. Все. Так, у меня-то точно хоть 2. Да, 2 и 800 ремонта. Поеду. И у тебя 2, да? Да, у меня 2. Ну все, давай, веди нас, Сусанин. Данная моделька, ребята, будет доработана, тоже выложена. В общем, мониторьте в группе. Мониторьте в группе. Не, Уральчик мне так вообще понравился. Блин, не знаю, кто его там дорабатывал, ребята там конвертил, он уже воркшоповскими файлами. Ну, блин, хороший Урал. Давненько мне понравился. Доделаем мы его там маленечко. Эх, вообще чудесно. Подпихнуть тебя там? Да не надо. Давай. Давай пока. Не надо. Пока у меня есть возможность. Да не надо. Надо, чтобы он сам проходил без подпихивания, без всяких. Без подпихивания. Да, а то так... Со своим гудком, да? Да, ну так придется машину выкладывать и еще машину подпихивать. Подпихиватель машины. Ну. Нормально, я застырял, ты уже уехал-то такой. А как же помощь друзей? А эту елку там у тебя есть же рядом где? Вот, я не хочу, елку к себе. Не хочу за палки цепляться. О, пополз. У меня прошел нормально. Да я видишь, встал просто, еще тебя подпихнул слегонца, так оно застряло. Ну все, поехал. Как обычно, авторы модов молодцы, спасибо за прекрасный мод, за доработку кто-то дорабатывал наверняка, или может автор дорабатывал, даже не знаю, чья машина-то. Но прикольная. Ой-ой, Паша, иду. Как вы... на сближение пошел. Это после НФСа у нас тут. После НФСа. Притирочку, в дрифте хотел ломануть. Ух, я полетел, ты что-то он шкварит-то не по-детски. Ой-ой. Ты знаешь, куда нам ехать, Ну так примерно. Ой-ой. Я тоже здесь уже давно не катал. Да вон на карту открой, у тебя же написано, где гараж, туда точку поставить и все. Что-то я не ищу легких путей, опять куда-то залез. Да, дорогу ты точно не выбираешь.
Я вообще лесом сейчас попробую нафиг. Грязь лезть тоже. Сейчас будем срезать. Поехали через лес. Да? Все, я вылез. Тут-то должно нормально идти вроде. Что ж, друзья, добавляйтесь в Steam, подписывайтесь на каналы, наши группы. А что ты, подожди. Сейчас назад что? Маленько сдам. Что там? А где? Здесь налево можно. Бурелом. Я не знаю, что ты там мучаешься, вон где уже объехал. А это... Тоже не ищешь легких путей, смотри, да? Да, вот так вот. Да надоело мне по дорогам ездить. Что ты там забурился? Пересеченки. Без дорог, без просветов. О, ЗИЛ там какой-то стоит, смотри. Что-то давно. Где ты ЗИЛ? Слева, слева стоит, ну. О, поехали, откроем ЗИЛ. Он тебе надо. Едешь на Урале, ЗИЛ так, мне кажется, не нужен. Ну ладно. Да мало ли, может пригодится. Надо туда этих в вахту, наверное, пассажиров, да, посадить. Сделать. Че, вахта без людей-то неинтересно. Ну у тебя же есть там аддоны. Да, да, люди есть, но надо их тоже добавить. Ой-ой-ой. Иссался, иссался, но. Смотрите, ребята, лазите по каналам, по группам, видите, какие хорошие моды, случайно можно где-то нарваться, накопать. Что вообще просто вот... Ой, тут камни аккуратнее, дома. В отпуске я был, без компьютера, без всего, на планшете, видишь, как Урал накопал. Лазил, лазил, долазился, нашел. Ну да, что-то тут как-то вообще не очень-то как-то, не очень-то как-то очень. О, тут нормально можно вваливать. Куда едем-то? Да я вон точку нашел, точку открою. Эх, не успеешь. Успеешь? Да, успею. Эй, я. Отрезал. Так, куда рулить-то, блин? Сейчас поеду проверить. Рули за мной. Глубину сейчас буду проверить. На. Ух. Ты там только не перестарайся. Да? А нет, ну тут, по-моему, она не глубокая такая. Я помню, мы на КамАЗах-то, на паке гоняли на этих КамАЗ-мастере. Прыгали. Там КамАЗ такие были, то что их еще прям становишь. Прыгали тогда. Ух ты, я на этом прыгаю, тут смотри. Не перевернуться вот это. Наверное, точно приватом была машинка, я так понимаю. Потому что... Если я не ошибаюсь, он еще был на 13. Был, да. Еще он там, наверное, приватом был. Там их много вариантов было. Один даже был какой-то очень здоровый какой-то такой. Не по размерам. Там четырехосника из него делали, еще что-то там. Но вот с этими аддонами как бы это приватные. Приватные аддончики такие, да? Ну аддоны, да, классные. Как бы и вахта его. Юбку у тебя вот это вообще. Ну, да, вообще. Необычная такая. А она реальная, эта будка существует, я видал где-то эти тоже фотки. Что-то ты куда-то. Ты все по точкам там все шкваришь там. Конечно. Карту-то не видать нихуя. С
хрен лупанул. О, смотри, к гаражу как приехали, ух ты. Не к тому же, хоть от которого уезжали, да? А то выглядит так вроде как тот же, да? О, нормуль. На чем лес мы везем? Ну, смотри, можно тут два борта, вот эти верхние, два, три. Первые. Гараж П, вот этот гараж. И карт. Ну вот, я на карте потащу. Я давай поеду на этом. На бортовом. Колеса менять не буду, так и поеду. Мне нравятся такие колесики. Я перекинул, другие едем. А это с КамАЗа, по-моему, Татарина, да? Который как красный был, по-моему, с кабиной, помнишь такой? Я уже не помню, где я вообще видел. Ох, нифига я попёр, слушай. Чё, у тебя колёса большие, нормально? Самоуверенно как-то я так уже. Не перестараться бы. О, мост стоит. Опа! Не догнал тебя? Не, нормально все. Успел, значит. А я на пониженной вообще просто. Ну я на автомате. Чтобы аккуратненько все объезжать. Ой, что-то все. Тупик не заехал с тобой. Ну вон вправо вроде можно уйти. Право, право ты куда там? А это вот здесь вот кусты маленько прорубить. О, вот тут дорога. Даже дорога есть. Ага. Я задом бортом все ломаюсь, елки. О, как этот? Так. Смотри, что, сел он у меня? Да ладно. На камешках. Нифига не идет. Подпихнуть? Не надо. Не надо вообще подпихивать. Подпихивать не надо. Бабок надо подписывать. Мужики сами должны проезжать. Так. Тут пилорама-то одна? Нет, да, здесь одна, по-моему. Офигенно, да, одна. Так, у тебя там 4 очка грузится на этот. А у тебя? А у меня на вот этот борт, по-моему, там и 2, и 4, и может быть даже 6. Тут 3 груза на борт на этот идут. Да, у тебя выбор какой. Оба! Что? О, дорога кончилась. Да ладно. Дальше лесами попрем. Грибочки. Да. Может, выйдем, грибов наберем. Мы собираем. Это скоро снег, да? Ну. О, скоро осень, скоро снег. Осень уже пришла. Будем жарить и есть грибы потом. Ну, закусывать. Так, куда мы едем-то вообще? Оба. Да я вон по ручью что-то решил проехать. Ну, вроде нормально идет, не глубоко. Сейчас я сходу нырну тут. Оп,
Вообще это огонь. Ползет нормально. Вообще отличненький такой, да, Уральчик? Ну да. Сейчас подгрузим, еще вообще получше должен идти. Вот тут грязюка конкретная вообще. Я поеду тоже справа, поеду. О, Паша, все. Опа, ты такое есть, видел? Да. Давай, да. Заводись, заводись. А, не встал на колеса, пипец. Жесть, давай слева, Паша, меня объезжай. Да нафиг ты вправо-то попёр. Я грязь объезжаю. Так надо было оттуда, я зацепил бы мне морду и поднял. А сейчас я подъеду тут еще. Короче, все, ДТП. Лихо я тут вообще, да? Ни скорости, ничего, кувырнуло меня. Это... дела. Загнался сильно. Да вроде не сильно. Тут просто видишь уклон, да еще камень, я видно на камень. И бор сломал, ёшкин кот. Все, все, давай попробуем. Ну давай, цепляйся, точки-то хоть и работают тут. Ну-ка давай, да. Ой-ой-ой, подожди. Все. О! Зергут! Как говорится, зергут, Вальдемар. Можно дальше двигаться. Да. А у нас ремонток-то с собой никаких. Нету. У меня тоже глушняк, смотри-ка. Тоже нету. Со сломанным бортом придется пилить. Ёкарный бабай. Всю картинку испортил-то. Ладно, пойду уже, все равно машина сломана. Ну жрет он немного, я скажу. Сколько мы тут с тобой кочепурим? Поедем по буеракам, а нормально все еще. Соляра есть. Пошел, давай. Ходу. Вообще. Ах, Паша, сейчас кувырнешься, да? Сейчас я, да. Вот походу. Это ты поднял машинку-то. Оп. Вышел из ситуации. Ну да. Нафиг надо медленнее ехать-то. Так лучше. У него подвеска, видишь, ограничена жестковато. Поэтому его чуть-чуть и сразу. Мы же не на гонках, нам куда торопиться. После НФСа так нормально. Так, куда нам ехать-то? Направо, нет? Да фиг его знает. У меня вообще через лес прямо показывал. А, лесоповал. Ну, правильно, да. Ну, тут дорога-то, она вот направо идет. Я вон сейчас вон себе лазечку вообще нашел. Сейчас на трюки попробую. Ну там КамАЗ с этими с гаражными частями стоит. Вот ремонта нету. Ремонта, да, у него нету. Да-да-да, тут только заезжать. Там грязь такая, что... Ну да. Грязь жесткая, ну. Здесь-то... Блин, там пеньки еще. По бревнам, по брутам. На Урале. Смотри, что творит. Ничего себе, ты там перелазишь. Все. Ё-моё. Да? Окончательно и бесповоротно. Сейчас подожди. Нет, смотри. Эх! Чуть-чуть тебе не хватает. Тебе легко не победить. Сейчас, подожди. Подожди, я тебя подпихну.
Сейчас надо груза разные попробовать попихать, посмотришь, как они стоят там. Смотри, это контейнер. Нормально? Что, какой-то нормальный, ништяк вообще. Так, сейчас я его скину, подожди. Блин, а... Ну вот контейнер только нормально тут грузится. Сейчас смотри, что тут еще есть. Сено. Тоже нормально стало. Вот тут может быть проблема. Видишь, у них там дровишки в кабину залазят. О. Проблема. А катушки? Катушки тоже вообще классно. Ну давай с катушками поеду. Я думал, катушки побольше очков будет, слушай. У тебя сколько? 4 загрузило же, да? А кто узнал? Вроде 4. Но у тебя тоже они автоматом не будут грузиться, если скинешь, то все с концами там надо этот. Да, 4. Отрегулировать. Я надеюсь, я не буду нигде скидывать. Я надеюсь тоже. Блин, я давай, наверное, контейнер возьму, мало ли скинуть придется. Хотя какая разница, поехал так. Главное не завалиться, потом не загрузимся. Но теперь надо аккуратно ехать. Уклонит-то как вообще. Опасно. Опасно, опасно, прям. Все. Все, есть. Улетел. Гейм овер. Гейм овер. Колеса влево выворачивай. Не подниму, ну. Так, что у меня? Сейчас я сюда пошел вывернусь. Вылезу только. А, нет. Ты вернешься, походу. Не, я взялся на лебедку, сейчас подтяну морду. Все, удержал. Ну, квакушки заквакали. Так, теперь мне надо тебя за верхнюю морду взять. На. А я не прикинь, не достаю. Вот это дело. Стой, сейчас, подожди, я потихонечку назад. Похудишься. Оп. Достал. Прицепился? Да. Все, давай, погнали. Ой, давай. Блин, ну нифига. Нет. Непонятно. Блин, КамАЗ мешает. Ё-моё его. Ну, главное, только пошел. Ну да. Сейчас, подожди, я перепрыгну, уберу его в сторону. Ой, сел, блин, не в тот, который в гараже остался, сел. Так, завожусь. Веревку надо. Заверх. Давай, цепляйся. Ну, полетели, чё? Так, и куда ты меня кинуть будешь? Ставить буду. На колеса пробовать. Меня. Подожди, сейчас я вот так встану, чтоб тебя с разгону дернуть. Достанет у тебя лебедка, смотри до меня. Сейчас гляну. Да, достал. Вот, давай, сейчас цепляйся, я сейчас отъеду назад немножко, чтоб оно рывком. Попробую сейчас тебя рывком взять. Да блин, зараза, не хочет никак. Нифига не хочет. О, есть. Все, на колесах.
Фу ты, блин, еле подняли. Езжай, грузись. Так, а нам надо будет там потом... Там, по-моему, вообще непонятное происходит. Пилорама. Пилорама. Надо, короче, кэш чистить этот грин. У меня лебедка, прикинь, не работает. Так что я сегодня вообще по хардкору лебедки. Все, у меня чувак спать лег на. Устал? Ну да, ну да. Выдохся весь, силы его покинули. Так, уползаем. И опять валится. Ну да, я вижу, ну. Блин, форточка у меня открыта, там сейчас сдует, сейчас закрою. Ну, вроде я упал. О, все, поехали. Поехали. Ой-ой-ой. Ну да, какой-то он такой, шаткий-валкий. Шатки, вообще прям шатки. Надо аккуратненько на нем. Синхрона нету, свет включаешь, тебя вообще не видно. Опа. А он меня направо показывает, ты куда поехал. А тут он есть чуть дальше направо, мы нормально выйдем. Поехали. Ох, там в самую грязь, по-моему, залез, нет? Все, Паша, пипец на. Приехал. Называется. Стой. Приехали. Надо было тебе назад дернуть меня. Ну-ка попробуй-ка отъехать, я сейчас попробую за дерево зацепиться. Не-не, отъезжай. Да в грязюку сейчас. Ну давайте, вставай, е-мое. Сейчас я сам уйду. Да вообще какой-то он не... Отклонился он. Да е-мое. Надо в яму, короче, нырять в эту. Ай-яй-яй-яй. Все, встал я.
Что-то на загрузку попёр тогда. Ну да, как тут? Никак по-другому-то. Погнал я. Недалеко вроде уехали-то. Я возьму что-нибудь другое. Там все равно они все груза, по-моему, по 2 очка. Надо их сделать, кстати, по отдельности, чтоб 2, 4, 6, да? Захотел, ну, да. Захотел так загрузился, захотел так, сейчас бы вот 4 бы я взял и все. Отличненько бы. Что-то я вообще, я по лесу прям попёр пути. Короче, катушки не доехали. Не довезли мы провода. Кабеля. Прям вообще, где я еду. Вроде что-то непонятно, что тут происходит. Повезу теперь сено. Все, катушки кончились. Повезем сено. Водичку какую-то вижу, там тоже лужа, там речка. Сейчас поближе ползу. Посмотрим. Вот дорога, походу. Ух ты, обрыв-то тут здесь какой, а. Смогу, не смогу. Это просто вопрос. Эй! Ах ты, ах ты, ах ты. Морда уперся. Нет, прошел ты, смотри. Офигеть, тут обрывчик, конечно, нормальный такой. Еще его лужу, е-мое. Дима, где ты там? Все, уже загрузился, чешу. Я тут вообще чигирями бру на пролом через тайгу попер. Без дорог. Медведей пугать. Медведей пугать. Это да. Я вот как полоска у меня идет, я вот так вот максимально прямо еду. Так, мне кажется, даже интереснее. Дороги придумали трусы. Груза тут, конечно, весят очень сильно, прям у него аж морду поднимает, е-мое. Что-то я глядел, по-моему, по 2 тонны, что ли. Ой. 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 Ой-ой. Ты где там уже посередине, по полям по этим едешь там? Я сам толком не знаю, где я еду. Ну,
красная стрелочка показывает, куда ехать. Ой-ой-ой, стопэ, аккуратненько. Ну я куда-то выехал. В итоге. Вот точку разведки открыл. Да. Где-то я тут ныряю по каким-то лужам. Это, наверное, та, по которой я ехал. Блин, у нас не хватает сколько? 2 очка не хватает. Почему 2 очка не хватает? Ну, у тебя 4, у меня 2, 6 у нас. А надо 8. Блин, а что ты так? Ты же можешь 4 взять. Нет, он, вот тут все груза по 2. Фигово. Ну да, и я тебе про чё. Что груза тут надо было сделать. Контейнер, например, 2, сено 4, а катушки 6. Они тут все по 2. Не, ну 6-то для катушек, наверное, это слишком будет. Ну а как, они там же это так и рассчитаны. Вот это на бортовом будем 6 очков вести. Мне кажется, это чересчур. Это надо какой-то или прицепчик, или раму длинную какую-то. Да у него и так вроде не короткая рама-то. Да нет, это все равно короткая. Ну максимум 4, мне кажется. Шесть-то нифига, там какие бревна-то видел, там в 6 там и метровые, 12-метровые, наверное. Блин, уперся тут в сосну. Ух ты. Да ё-моё. Ты где есть-то? Я тут лесами, вон я тебя впереди меня. О, так это пилорама, ёпка. Какого, как вовремя все получилось. И я выехал тут, из лесу. А, вон ты сзади. Да, как раз подъехал. Все, да, пиар. Пять. Ну еще 2 надо. Еще 2 надо. Блин, погнали. Погнали, еще 2 надо загрузим. Теперь уже я не буду. Буду на полном ходу шковарить тут. Сейчас точку поставлю, и как поедет, так поедет. Как в фильме «Аватар» эти цветочки-то на поле, да? Ну, светятся. Светятся.
Что это за цветы такие интересные, блин, светятся? Вот тут таких вообще не вижу. Сейчас аватар выбежит где-нибудь. Странные цветы какие-то. Ну. Ох, ё, куда я заехал-то? Вот не туда. Какую-то канаву маханул. Опять не сюда. Что-то я заблудился, походу. Полутонул где-то. А, не, вон, нашел дорогу. Подъезжаешь. Что надо? Алло. Да. Да походу загубили. Да и похеру. Я все равно доделаю. Я на паузу там оставлял. А ты где? Там уже доехал. Ну я уже тут напрямую как бы пилю, ну. Я каждый раз что-то новая дорога, туда ехал одна дорога, обратно еду, другая дорога. А не, я тут знаю вот по одному и тому же месту так ехать. Там есть, конечно, другие варианты. Озеро какое-то куда-то взялось, вроде не было. Где, посередине там? Угу. Есть же, я по нему ехал. О, вот тут я, по-моему, проезжал точно. Или, да, непонятно. Что тут уже размесили-то, блин, жижу эту. Жестко. Да, тут въезд-то вообще пипец, короче. Въезд туда, там, веселый. Блин, зацепился. Пишет, но лезет. Все пролез. Я уже все на лесоповале. Я не знаю, мне еще ехать, наверное, много. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как тут все жестко. Ладно, возьму опять катушки. Упс. Урал помял, ё-моё. Ремку надо где-то взять. А тут нет машин с ремкой? Не-а. ЗИЛ-то там пустой стоял? Пустой, да. Ну, значит... О, вообще, откуда я выехал? Ты видел, нет? Где? Я вообще откуда-то вообще вон видел, откуда выехал. О, нифига ты вылазишь тут. Как я вообще там оказался, это просто... секрет просто фирмы. Просто вообще...
Это новенькая. Так, значит, нам надо... А нам всего два-то надо довести-то, нам нести-то вообще. Да. Ни о чем. Два. Надо, чтобы кто-нибудь один из нас доехал. Там главное, чтобы кто-нибудь доехал. Ну да. Сейчас будет проще. Ну тут место, да, такое, пипец просто. О, тоже на дыбки встаешь там. Ну. И... Тут яма, блин, вообще. Ну. Налево, налево туда выезжай аккуратненько. Если что, он там за слева можно за сосну зацепиться. Или ты прямо? Я по прямой, но. Я вроде баланс поймал. Так, где это? Да поехали сюда. Поехали, я знаю дорогу. Да мне так не интересно. Так, а так тебя не видно, ты где лазишь, ты где-то в пол. Поехали со мной, у меня там приключения были. Да тут дорога тоже уже вся разбита, погнали. Че ездить-то по одному и тому же? Надо же новое что-то. Поехали за мной. Сейчас я с другого места выйду. Покажу тебе настоящие дороги. Чудеса? Да. Вообще на дыбы тут стою, просто пипец. Не вертанись. Эх, гадочка бы у меня не кончилась. Только медленно еду, как говорю. Нигде мне не перевернулся. Чего вот здесь, вот там как-то дороги нету. Подожди, не подбирай. Назад маленького. Все, Паша. Че? Бенз? Урон. Сколько? 400. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Приехал. Приехал. Ну езжай давай, езжай. Я тебя поснимаю с вертолета. Уже мне так смысла нету тут тыркаться, пыркаться. Уже ты тогда езжай, довезешь, может. Сейчас мне не вертануться нафиг, я лучше спущусь. Так а что тебе тут, куда ехать-то? Как на жердочке, блин, заворачиваешься. Вот здесь тут. Да, да, вот сюда и выезжай, сюда и выезжай. Выезжай вперед. Давай, давай. Нет. Да чего, нет, а тут. Стрелка-то в другую сторону. Там дорога, все нормально. Я туда поехал. Ты нормально там выйдешь, Паша? Да я и здесь нормально сейчас выйду, сейчас смотри, нафиг мне эти дороги. Кто их придумал вообще?
Зря я через лес прорываюсь нахер. Давай. О, смотри, о, вот это вот интересно. А это буераки какие. Вот тут что здесь вообще? Здесь надо левее уходить, там я не проеду, походу. Едем дальше. Вот здесь вот завернем сейчас мы. Нифига, я так не Налево, влезу. налево. Я так не Налево, влезу. налево. Я уже камерой посмотрел, поворачивай налево. Зачем мне налево? Ну, потому что налево тут дорога, и ты выйдешь туда, куда тебе надо. А мне не нужна дорога. Давай левее. Вот у меня, смотри, какая дорога прекрасная перед ней. Блин, камера куда-то улетела не туда. Тихо, не падать, не падать. Да е-мое. Найти меня не можешь. Да я тебя еще вижу, но... Но она как-то управление тут камерой не очень. Вон на дорогу давай. Надо было тебе, наверное... Но все равно налево, направо. Все, я тебя дальше не увижу уже просто. Почему? Ну, камеры не хватает вам. Ты ее переверни. Сейчас ты упадешь, Паша. Нет, да мы проедем, ты че? Куда я переверни? Я уже ее перевернул 25 Ты раз. ее вперед до максимума приблизь прям до машины и еще вперед она перевернется. И чё? И то есть отдаляя одна, она будет вдоль земли снимать, а не с воздуха. То есть можно будет И машину найти. как мне тебя найти-то теперь? На карту открой, посмотри, где. Ни о чем мне это не говорит, Паша. Не вижу, где ты есть, короче. Все, короче. Потерял меня. Потерялась я. Все, доехал до полена, разгоняюсь. Без смысла. А в гараж-то я не смогу, да? Открыто. Не сможешь, почему сможешь? Ну, да ты уже почти. Оп, что я не вертанулся. Разогнался, меня как подскочало. Тихо. Чушки. Речушки. Все, я доехал. Погружаюсь. Я уже к тебе тут мчусь. Где-то недалеко. Наверное.
Да, рядом, в принципе, да. По какой-то лесной дороге тут чешу. Ну я, наверное, через лес тут не проеду к тебе. Чего? Не знаю. Пока не знаю. Может и проеду. Попробуй. А, вон ты стоишь с дровами-то, ё-моё. Здесь скорее не сгружайся, Паша. Не сгружаю. Скрин сейчас сделаю. Ну подожди сейчас, давай я задом заеду, типа разгружаюсь такой. Я тут такой, да я сейчас разгружаю. Чё, давай скидывайся. Та-дам! Не, клёвый уральчик такой, в принципе. Ну да, нормально, надо его бумагой водить, конечно. Такой неплохой. Только сыцый и глухой. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Всем удачи, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, да, всем пока. Будем рады вас видеть у себя на канале и в группах. До свидания.